свободы. Тут в одном маленьком-маленьком городке, некая... название которого до сих пор не может выговорить ни один малыш, сегодня 20, жила-была маленькая девочка, которая очень любила Новый год. Зараз не поглядим. Что она всегда заранее обдумывала праздничные наряды. С огромным удовольствием украшала новогоднюю елку и безумно верила в настоящее волшебство и Деда Мороза. И каждый год писала ему то самое заветное письмо, искренне надеясь, что Дед Мороз обязательно прочитает его в первую очередь. И, конечно же, в тот же час все исполнит. В общем-то, все так и происходило. Поэтому маленькая девочка, которую, кстати, так и звали маленькая Лиза, без каких-либо сомнений перед тем, как ложиться спать, села писать заветное письмо. И прямо за этим волшебным делом и уснула. Какая девчонка. Где же мое письмо к Дедушке Морозу? И подарки для мамы с папой, которые я так старательно готовила. Что же мне теперь делать? Какой ужас! Опять эта злая волшебница Славена! Я помню ее! К детям, которые не слушают родителей и плохо учатся. Чтобы их письмо никогда не прочитал Дед Мороз и не исполнил их желания. И они остались без новогодних подарков. Как же мне вернуть мое письмо? Есть только одно решение. Нужно тебе самой отправиться на поиски Деда Мороза и сообщить ему лично о своем желании. Но путь к нему не близкий. Нужно очень постараться и проявить смелость, знание, смекалку. И если ты согласна, пора отправляться в путь, потому что новогоднее время исполнения желаний летит очень быстро. И когда закончится, даже сам Дед Мороз не сможет тебе помочь. Я готова отправиться в путь прямо сейчас. Я дам тебе в дорогу свои волшебные елочные украшения, которые в трудную минуту смогут тебе помочь. Спасибо! Я обещаю тебе, что мы обязательно встретим Новый год вместе с Дедушкой Морозом. И под твоими ветвями окажутся долгожданные подарки для всех добрых и послушных детей. Все вместе мы отправляемся в путь и расскажем Дедушке Морозу о наших заветных желаниях. Правда, ребята? Thank you.
Меня зовут Гримм. Я повелитель лица лесной чащи. Очень приятно. Лиза, уважаемая госпожа Гримм, мы с друзьями немножко заблудились. Не могли бы вы нам помочь? Мы направляемся в страну исполнения желаний, к Деду Морозу. У вас здесь так темно, что просто невозможно понять, куда нам нужно идти. Какие-то невежды устроили пожар в моем лесу. Отсюда сбежали все звери и лес, и солнце. Стал темным и почти непроходимым. Я вряд ли смогу вам чем-то помочь. Неужели ничего нельзя сделать? Есть только одно средство. Какое? Мудрые волхвы сообщили мне, если лес посетит человек, который знает, как здорово! Я совсем недавно читала книгу про уникальность белорусских лесов. Я очень постараюсь вспомнить всех зверей. А ребята мне помогут. Все вместе мы обязательно справимся. Если вы уверены в своих силах, можно начинать. Но запомните, допустить можно только одну ошибку.
Теперь и я смогу тебе помочь и с радостью укажу путь к Деду Морозу. В стороне той каждый знает, солнца вовсе не бывает. Ветер прячется холодный, но порою новогодний. Нам оттуда Дед Мороз шлет подарков целый воз. В стороне той тени бродят и метели хороводят. У зимы в морозном зеве там живет суровый Север. Спасибо тебе, могучая гора! Твое желание.
коня радость, ну, не хотел, чтобы ты получил подарок.